Обгоняй Ладу, Ладу обгоняй! Давай, это Приора! Выпрыгивай с тачки-то! Давай! Вот это да! Всем привет, ребята, это «Горошина груша», и сегодня мы играем в «Вояж 3», продолжение русского водилы. Русская водила. Выбираем тачку, водила. Смотри, какая крутая Веста. А тут еще четырка, а тут еще и Гранты, Волги. Я думаю, вы, наверное, уже заждались. Мы решили, о, кабан, о! Тесла. Вот ее мы и возьмем сначала на Диностенд, проверяем ее мощность. Наверное, в прошлый раз у нас был Запорожец, и мы совсем недалеко отъехали от Магадана. Да. Сейчас попробуем доехать хотя бы до Якутска. 624 лошадиных сил и 730 ньютон на метр у нас. О, это жесть, 600-то сил. Прямо как ЗИЛ, 600 сил. Да. Так, все, ребята, мы где-то около 100 километров отъехали от Магадана, остановились ночью где-то примерно здесь, на Запорожце. Я думаю, вы, наверное, заждались. Да, включаем свет на Тесле, она тихая, кстати, мотор не слышно. Почему не слышно мотор? Отвечаем в комментариях. Обгон. Попробуем. А! О! О! Это было просто круто! На тоненького, как говорится. Мы так легенько прошли, кстати. Проскочили, нормально мы, ребята, да? Слышно только шорох покрышек по грунту. Грунтовая дорога, вот эта жесткая. Как она мне не нравится. Но Тесла Кибертрак проходит. Вот мы где-то здесь проскакивали, помнишь? Да. Нормально, как по льду. Только это была вода. Спасибо за графику. Ну вот это тут тоже, ты говорил, это было очень плохо тоже. Спасибо за графику. Что вода не работает. Это вообще, это как-то... Бредятина, да? Вот это, ребята, если это была вода, вам... А, слышу сейчас. Разработчикам большой минус, что она не сразу нулевая физика воды. Так игра хорошо. Для андроида хорошо. Давай. Ну, внутри все как у Теслы. Смотри, 87 километров показывает, мы идем. А, руль, кстати, прикольный. Очень. Руль плоский вообще. Нестандартный. Кстати, прикол в том, что она так разгоняется, и там уже ничего не нужно делать. Там у тебя просто сам все открывается. Ну, газ-тормоз, все, вот и вся машина. Электродвигатели работают. Там у тебя двери еще, ну, на другой Тесле там двери еще вверх. Ну, свет, кстати, хороший. Куда-то мы подъезжаем. Ну, кстати, машина реально волшебная. Я не думаю, что создаю такое. Оп, оп, оп! Вот это обгон по буеракам. А вот что там сейчас китайцы, японцы создают? Это жесть. Китайцы, японцы? Так там у них тоже электромобили, зикры и прочее. Ну, много чего. Они тоже так красиво оформляют свои машины. Слышишь, как по асфальту был звук? Да. О-о-о. Да, да, да. Ух ты, что тут у нас? Мост, тихо! Вот это опасно, кстати, можно улететь. Вот это опасно, ребята. Проскочили, слава богу. Опять шорох начался. О, это поворот куда-то. Да. А куда поворот? Направо или налево? Еще, подожди, можно прямо ехать? Не, прямо, да? Да, прямо. Мы приехали в Якутск. Отлично, ребята, включаем свет. До Якутска мы добрались, едем дальше. Там у нас будет развилка. Дальше до Иркутска, по-моему, или до Владика. Но мы сейчас посмотрим, куда мы заедем. До Владика, до Владивостока. Смотри, меняется местность. Да. Начинаются холмы. Кстати, прикол, что машин много еще до сих пор. Наподдали двоечки. И лобовое с УАЗиком. Интересно, она вообще выживет? Наверное, да. Потому что мы в прошлый раз Запорожец потеряли, потому что он заглох. Все. Объехать надо. Не дают проехать. Посмотри, кстати, нету отметки. Нету отметки эвакуатор. Да. В прошлый раз мы эвакуировали Запорожец. Мы что-то делали. Красота. Все, утро, взбодрись, поехали. Погнали. Кофейку и поехали в путь. Да. Смотрите, вообще... восход солнца. Не, тихо! Не так, поехали. Восход солнца, ребят, смотрите. Угу. Это еще во Владике так обычно, по-моему, или солнце садится, я не помню. Как будто ты там был. Нет, я знаю. Откуда ты знаешь? Еще оттуда. Так, ребята, пошли на обгон. Обходим. Знаешь, как далеко до него ехать? Холмистая внешность. Там на него неделю ехать, до Владика. Да, естественно, там долго. Это из Питера. Так, опять буераки пошли. На самолете. Слышишь? Это...
Ага. Просто только по крышке. Тихо! Вот это просто подкинуло нас. Дрифт. Крутой дрифт. Взбодрись, взбодрись, давай. Погнали. Давай. Нажимай на газ. Вот смотри, сколько до сотни будет. И уже, смотри, 50. И уже 100. Все, машина очень быстрая. Тихо, тихо, тихо. Да, где полгаз ходит. Что ж такое-то носит-то нас? Удары. Поехали. Там вообще не улететь никуда. Вот сейчас будет обгон, будет весело. Да. Давай, смотри. Будет ли встречка? Успеем. Раз, два, три, четыре машины. Не было встречки, повезло. Вот здесь куда он пошел? Хорошо. Вот он куда-то пошел, кстати, смотри, это, наверное, на Иркутск было. А мы А мы на Владик пошли. Давай вернемся обратно. На Владик, ребята. Ну ладно, ну, ладно, тоже поехали. Интересно. Можно было там повернуть, оказывается. Да, мы на Владик повернули, видел, проскочили? Да. Вот так вот, вот. Меняется, видишь, как местность? Да, да. Маршрутки. Тихо. Опасно, опасно. Это вон минус зеркало сейчас было. Скорость у нас дикая, по-моему, здесь больше сотни. Остановка. Аккуратно проскакиваем. И на обгон, на обгон. Чиркнули. Чиркнули опять, да. Как тяжело управлять, ребята. Ну так, да. Обгоняй Ладу, Ладу обгоняй. Давай. Это Приора. Подкинуло у нас переворот, ребята. Вылезаем быстрее из машины. Ты видел это? Эвакуация. Залезай обратно. Сейчас будем переворачивать. Переворачивай тачку. Вот, все, погнали дальше. Кстати, без эвакуации поставили нас. Оп, оп. Оп, лобовое! Вот это жесть, ребята! Жесть, это распространенная ошибка, когда ты начинаешь обгонять резко руля, и у тебя маятник. И ты влетаешь в лобовую эту встречку. Ну это лихачество. Лихачество это называется, не делайте так. Ну на Тесла провоцируют. Лихачей я много в городе. Тесла провоцирует, ребята. Чик, чик. Это уже игра не в реальной жизни, я не знаю, что это будет. Я не слышу, что ты говоришь. У меня ветер в ушах. Пока ты болтаешь там, поехали. Ну, потому что, наверное, ветреная погода, едем с ветерком, поэтому как-то так. Всех чиркаем, смотри, чиркаем всех. На встречке, жига. Мост, нет! Мост! Нет! Только не воду. Вылезай из машины быстрей! Вылезай из машины! Выплывай! Ребята, что это? Выплывай, ну выпрыгивай с тачки-то. Давай. Вот это да! Твое любимое занятие плавать. Да. Ребята, мы делаем паузу, нужно машину вытаскивать из реки. Мы обязательно продолжим наше движение, а на сегодня это все. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал Герушные Груши и не забудьте заглянуть в Инстаграм, Ютуб и Дзен. До новых встреч! И приключений!